Очередное утро, еще одна ночь на Байкале проведена. Сегодня уже воскресенье, 27 июля уже. И дождь сегодня. Вот сейчас вроде бы нету дождя. Рвали. Вчера один солнечный день, хороший. Без 27 у нас, здесь уже без 20:10. Народ уже, сегодня выходной, отсыпаются все. Ну а так, уже почти обед. Вид из нашего окна видна. Далеко. Вот такой вид из окна. С нашего домика. Ну. Есть? Ну, как бы проглядывать, но не хочется. Да, погода сегодня опять подводит. Ах, там чайки такие здоровые. Простор. Ни конца, ни края. Это что нет, туда так чуть-чуть. И комаров нет. Так вот, 27 июля. Сегодня у меня племяннице 2 месяца. Поздравляю с берегов Байкала.
поедем в город, в Слюдянку, посмотрим. Прокатимся. На людей глянем, местных. Да. Чем живут. Сейчас скажем ей, что еще не исчезаем. Начальник приехал. Город Слюдянка. Так, еще раз нет. Еще дальше проедем. Ну, там где-то же она ведет все равно к этому. Там и подъедем, в центр там есть, почему? Господь пройдем. А, копеечка, мы заходим. Школа почти как. Вот это наша школа. Седьмая железнодорожная. Железнодорожная школа. Школа, больница. Хочу, он уже к паровозу подъезжает. К центру не заехали, но... Здесь отстань. Сейчас уйдем. Вот он, центр Слюдянска. Вчера голые ходили, сегодня забиваем. Погода. Туристы пошли прогуляться. Предсказуемо. Ну, я сам держу вот так вот. Меня вот это вот вперед. Нет, вот держи его. Я идти. Вот он. Центр Слюдянска. Фонтан. Там. Театр. Да снимай, снимай. Администрация. Походу. Ну, пойдем. Поглядим маленько, как люди живут. Слюдянка. Слюдянка к дню города готовится. В газетах информация. День города и день железнодорожника в один день у них.
Лебянка, с Байкал, весь. Центральная площадь для гуляний у них, видать. Рынок местный. Да вон гора красивая. Что, арбуза может? Или уже поели вчера? Арбуза. Готовы? Город Слюдянск, 200 метров от центра. Гору не видно. Идем в обратном направлении. В принципе, это весь город на центре, на этом и закончен. Такого-то ничего и... Четырехэтажные выше не стоит. Но... Хрущевские еще построить. Где? Такая Слюдянка.
дождь мешает всему, всем съемкам. Один день только вчера постоял. Хорошо. Паровоз. Ну, вот. На чем домой надо ехать? Открывай, кочега. Вот угнать домой. Недовещимо. На такой машине. Вперед, вперед. Они все равно залазят. Свадьбы сюда ездят. Вчера видели. Приехали глянуть на железнодорожный вокзал. В книгу рекордов Гиннесса занесен, из мрамора сделан, из чистого. Говорят, всего три таких. Так они фотографируйте. Вот, сказали, по России три, но этот самый старый. Из чистого мрамора сделан. Закрыто? А, может. Ты закрыл машину-то? Идем, обойдем. Чистый мрамор, но просто не шлифованный. Но все равно красивый. Корнями зарезали. Но. Все равно чистый. Чистый, не чистый. Вон погоду-то смотри сейчас. Но. Станция.